Отлично, все на месте. Какие первые слова? Ни дождика, ни снега, ни пасмурного ветра в полночный безоблачный час распахивает небо, сверкающие недра для зорких и радостных глаз. Сокровища вселенной мерцают, словно дышат, звенит потихоньку зенит. Но есть такие люди, они прекрасно слышат, как звезда звездою говорит. Здравствуй, здравствуй, сияешь, сияю. Который час? 12 примерно. Там на земле в этот час лучше всего видно нас. А как же дети? Дети спят, наверное. Так хорошо от души спят по ночам малыши. Весело спят, кто в люльке, кто в коляске. Приснится во сне, как на луне, на луне. Лунный медведь вслух читает сказки. Лунный медведь вслух читает сказки. А тем, кому не спится, открою по секрету один удивительный факт. Звезды, а звездам счета нет, и это действительно так. Смотрите в телескопы и тоже открывайте иные миры и края. Но только надо, чтобы хорошая погода была на планете Земля. Получилась Млечная дорога. А вдоль по ней, между жемчужных полей, месяц плывет, как белая пирога. А на луне, на голубом валуне, лунные люди смотрят, глаз не сводя. Земной очень красиво всходит и заходит. Очень красиво всходит и заходит. Спасибо. Сейчас я приглашаю.